Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay, saying. Дождались таки ПК-пользователи выхода Dark Souls на своей родной платформе. Это ли не повод обратить внимание на проект, незаслуженно обделенный обзором в момент выхода на консолях? Dark Souls является не прямым, но идейным наследником PlayStation 3 эксклюзива Demon's Souls, которая доказала, что настоящие игры на плойке таки есть. Хотя бы потому, что постоянная Press X не приводила к вину, а скорее наоборот. Разработчики из From Software пошли по опасному пути, на котором не встретишь таких мастодонтов, как Electronic Arts или Activision, с их казуальными гринпилками или глубокими RPG, где диалоги иногда прерываются экшн-сценами. Но только чуть-чуть. Сюжет? Обойдетесь и без него. Автореген здоровья? Да вы издеваетесь. Автосохранение после каждого убитого врага? Ты что за ересь? Какой смысл играть-то в такое? Что, не нравится? Кнопка выхода вон там. Именно по такой схеме и была сделана Demon's Souls. И именно ее и придерживается Dark Souls. Смерть поджидает игрока везде. Начиная от неловкого шага в пропасть и заканчивая врагами, убивающими вас с одного-двух ударов. Причем у каждого игрока может быть свой финал. Для многих Dark Souls закончился здесь. Для других тут. Третьи нашли свою концовку в этом месте. А кто-то даже тут. Но ругаться не стоит, все в рамках осуществимого. Любого врага можно победить, если знать правильный подход, не лезть на рожон и тщательно изучать поведение недруга. Вообще монстры являются местным ограничением для игроков. И сразу дают понять, по уровню ли он забрался, или лучше выбрать пока иной путь. Ведь разработчики не будут огромной висящей стрелкой говорить, в каком направлении стоит двигаться. После пятиминутного обучения они вообще вам не скажут ни слова. Да иди ты куда хочешь. Что, нагнули? Неудивительно, с таким-то уровнем на скелета впереть. Совсем уже из ума выжил. Но надо отдать все-таки им должное, некоторые раздражающие вещи они вырезали. Например, не надо после каждой смерти проходить последние 40 минут игры. Нет, ну то есть заново-то проходить надо, но чекпоинты поставлены не шибко далеко друг от друга. В пределах минут 15-20, а лечилки автоматически восстанавливаются при сейве, как и все враги. Вот, незадача. За исключением боссов. Ох уж эти тва... Да задолбал ты с этой мышкой! На! Все, отстань! Так, о чем бишь я? Ах да, о боссах. Здесь они именно что боссы, квинтэссенция всех побежденных ранее противников. То, что схватка с очередным главарем может окончиться даже не начавшись... Но это вполне обыденное дело. Естественно, окончится для вас, а не для него. Победить кого-нибудь из них с первого раза задача практически непостижимая. Зато когда это получается, чувствуешь, что ты победил. Ну и будьте готовы получить за убийство огромное количество душ. Души — это местный аналог валюты, экспы и общий показатель крутости. За души вы прокачиваете навыки, за них же вы покупаете новое снаряжение или чините имеющиеся. Вот только одна проблема — нельзя просто взять и оставить их где-нибудь в сундуке. Тем более, что сундук еще и заживо может вас съесть. А после смерти все оставшиеся у вас души просто отбираются, и забрать их можно, только добежав до места гибели. А если не успели и пали вновь, то скажите им пока-пока, сколько бы их там ни было. Собственно, я не рассказал даже, в чем завязка сего действа. Этот этап можно было бы без потерь пропустить и, в принципе, больше к нему не возвращаться. После вступительной заставки сюжет развиваться практически не будет. Но, тем не менее, так уж случилось, что вы мертвы. Вот так вот сразу, да. Томитесь в заточении в чертогах нежити, как вдруг из ниоткуда появляется загадочный рыцарь, который безмолвно скидывает вам ключ от темницы. И вот вы начинаете свой нелегкий путь навстречу опасностям, пробивая сквозь орды нежити, окончательно потерявшие все остатки человечности. Кстати, о человечности, она тут тоже является весьма ценным ресурсом. Обретя человечность, игрок может из мертвого состояния вновь стать живым. Живя полной жизнью, по пути будут встречаться больше необходимых предметов, скрытых торговцев и, к сожалению, а может и к счастью, в этот момент становится доступным мультиплеер. Но вот представьте себе ситуацию. Идете вы по темной пещере. 20 минут от ближайшего чекпоинта. Все запасы лечилок на нуле. Тут на вас выскакивают три опасных монстра.
Казалось бы, ситуация хуже некуда. А нет. Тут еще внезапно появляется надпись, что в ваш мир вторгся темный фантом. И вот к трем врагам прибавляется еще другой игрок, близкого к вам уровня, желающий покарать вас при первой же возможности. Ну вот ведь подстава. С другой стороны, можно призывать других людей к себе на защиту. Однако, сколько раз я не пытался, никто ко мне не пришел. Все эти вторжения в чужие миры не единственная сетевая составляющая игры. То тут, то там можно встретить валяющиеся на полу надписи, оставленные другими игроками. Бывает, что там попадается всякая несуразица, но некоторые записки помогают советами по битве с врагами или указывают на какие-нибудь секреты. Причем секреты не всегда являются запрятанным лутом. Иногда нахождение оных может нехило так подпортить игру. Например, освободили вы какого-то пленника. Казалось бы, ну и что такого? А через полчаса замечаете, что он убил важного торгового персонажа и потушил костер чекпоинт. Поэтому сразу убивайте вот этого говнюка. И из него, в принципе, и лут неплохой падает. Вообще, если рассказывать про все секреты Dark Souls, то обзор затянется на неопределенное время. Тут вам и ковенанты, каждый со своими плюсами и минусами, и мирные NPC, убиение которых приносит уникальный лут, кузнецы, которые могут улучшить имеющиеся или сковать какое-нибудь новое оружие, локации, пройти в которые можно только благодаря совсем уж неочевидным действиям, и многое-многое другое. Так что если эксплоринг местности всегда был у вас в приоритете, то смело идите в магазин, потому что темные души — игра для вас. Да и всем остальным тоже стоит обратить свой взор на этот проект. Поскольку уже давно не выходило игр, которые бы заставляли вас биться из последних сил, в которых смерть приносила бы куда больше неприятностей, чем просто перезагрузку, которые бы заставляли делать выбор между пойти в туалет и доубивать босса, поскольку паузы не предусмотрено. И знаете, я думаю, многие без зазрения совести выбрали бы второй вариант. Без минусов, конечно, тоже не обошлось. Оптимизация, и это я сейчас говорю про любую версию игры, оставляет желать лучшего. В особо экшеновые моменты просадки FPS могут значительно подпортить вам битву. Также такие удары, как пинок, контратака и бэкстеп, происходят только когда сами этого захотят. И я знаю, что сейчас налетит куча людей, которые без проблем их делают, но это не отменяет факта, что для этого надо иметь 100% концентрацию. А еще трупы поверженных врагов очень смешно елозят под вашими ногами. Скажем спасибо физическому движку. Нет, это не то, чтобы минус, просто порой веселит изрядно. Нет! Нет, крыса, отстань! Нет, уйди! Я не хочу с тобой играть! Уйди, 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 уйди! Все вышеописанные комплименты и хвалебные отзывы касались исключительно игровой механики, но ни в коем случае не ПК-порта. From Software изначально заявляли, что ни разу не портировали ничего на персоналке, и поэтому результат заведомо будет не очень. Однако это не значит, что не надо было хотя бы стараться. В результате разрешение даже хуже консольного, кнопки управления перепутаны, а значки с Xbox'а даже не перерисовали. Да и к тому же виндовый мышиный курсор постоянно висит у вас перед носом. Кошмар. А самое забавное в этой истории, что буквально через пару дней фанат-энтузиаст выложил мизерный фикс, который исправляет и проблемы с разрешением, и с курсором. Вопрос, что мешало это сделать разработчикам? Но в итоге полностью разносить ПК-версию я не буду, так как по сути она является самым прямым, что ни на есть, портом с бокса без каких бы то ни было ухудшений. Ну да и улучшений тоже. Blight Town как тормозил на консолях, так и на ПК FPS проседает. Все идентично. А если вы подрубите боксовый контроллер, то вообще не заметите разницу между консольной версией. Так что наслаждайтесь. А если вы уже покупали Dark Souls на Xbox или плойку, и хотите посмотреть на новый контент, который вошел в состав Prepare to Die Edition, то дождитесь октября и купите его как отдельные DLC. Внимание, внимание! Аттракцион невиданной щедрости! У вас есть возможность выиграть Steam-версию игры Dark Souls Prepare to Die Edition. Для этого вам необходимо ответить на несколько вопросов. Итак, первый. Назовите никнейм работника Namco Bandai, который дал понять ПК-геймерам, что порт возможен. Второй вопрос. Какие плюшки получал игрок, если кто-то другой лайкал оставленную им записку в Demon's Souls, а какие даются в Dark Souls? Третий вопрос. Чем строение локаций в Demon's Souls принципиально отличается от Dark Souls? Ответы оставляйте в комментариях на сайте StopGame.ru. Если вы смотрите это видео на YouTube, то ссылка на комментарии будет в описании. Через пару дней великий рандом выберет одного счастливчика из всех правильно ответивших. И не надо оставлять десятки комментариев с одинаковыми ответами. Такие пользователи автоматически будут исключаться из розыгрыша. Кстати, если некоторые вопросы показались вам слишком уж сложными, то поглядите запись прямого эфира по Dark Souls. Он должен быть где-то неподалеку. Там мы с Костей говорили о многих аспектах данной игры.
так что дерзайте. Удачи! Она вам понадобится!